Всем привет, с вами Homeplay. Сегодня мы продолжаем рубрику «Ну как выживание бомжа». О, кролик! Вот тебе цветочек. Я покормил кролика желтым цветочком, круто. В общем-то, у меня, как вы видите, осталось все, что два изумруда, рыба, снежки, телефон, вода и вот такая броня, чтобы не холодно было. Короче, убежище вот тут в канализации, конечно, да. Ну вот тут, короче, у меня бочка с вещами, костер, табуретка и кровать. Ну, всякие шторы тут натащил, чтобы теплее было. В общем-то, вот так. Такой заборчик. Ну, короче, давайте я вам покажу свой дом. Ой, там коп. Надо, чтобы он меня не заметил. Короче, я быстренько сейчас проберусь к своему дому, покажу его. Дрифт, мужики, дрифт. Что он там дрифтит? Так, здравствуйте. Это, ребята, если что, свои, которые тут. Время обыскать жители. Домик. Блин. Надо подождать, пока он его обыщет, чтобы... прятаться. Вон она пустая комната. Там, короче, главное, чтобы полицейский сейчас вышел и ушел куда-нибудь. Все вынесли, надеюсь. Зачем в туалете люки? Охренеть, у него тут книжки, кубик ру... И камера! Камера! Теперь нет камеры. Пора на последний этаж. В прошлый раз он там скрылся. Ой, тут и так же все поломано. Так, главное, чтобы он меня не увидел, чтобы, короче, я показал вам домик, тачка, ребята. Едет? Ру-ру-ру. Нет, нет, нет. Так, пожалуйста. Она нормальная, синенькая, четко. Так, пожалуйста, ходи оттуда, я хочу показать домик. А всё. Это что за чебупей здесь живет? Так, вроде бы он куда-то в тюрьму или к дому панды поехал, надеюсь. Кто тут живет? Тук-тук-тук. Кто? Ну, в общем-то, ребят, вы видите, тут все просто вынесли. Даже стену в туалете зачем-то пробили. Дверей нету. Ничего нет, даже унитаза. Второй этаж весь... Ай, в дырах. Это не Майнкрафт какая версия? 1, нет, не 12, потому что тут житель. Нет, это 1.12, да, 1.12, не видно какая. Короче, ну и сегодня, короче, давайте посмотрим, что он там вообще делает в доме панды. Так. Нужно вынести вот эти его ресы. Ребят, не бойтесь, я не намусорил, я просто положил сюда бутылку. Пригодятся. Без воды, точнее. Так. И тут еще оставим гроб, типа... А, да, свидос! А! Вот он. Нет! Нет, я упал, я упал, я упал. Кто тут? Что? Он меня не видит? Ладно. Фух, он меня не заметил. Ребят, кстати, я не показал вам свой скин, да. Вот тут гроб поставим, типа он тут был. Ну, короче, это жизнь. Какой скин странный стал. Ну, короче, давайте чуть-чуть попытаемся потроллить полицейского, потому что он нас не заметил. Заберем компьютер. Так, не понял, что он там трогает, понял. Компьютер! Компьютер, ты что, из стали? Так, покидаю в него снежки и побегу. Что? Всё. Там кто-то был? А-а-а! Где он? Нет? Блин. Так он не заметил, серьезно. Все, комп есть? Эй, ноутбук? Сейчас. Поклацав дверями. Всё, он по идее должен был услышать, то что дверь открывал очень много и громко. Так, ну-ка. Так. Пока. Я пока... Ой. Я типа вот так поломаюсь, вот это полицейский сделал. Так, ну-ка. Надо зайти, глянуть, что он там роется у панды в вещах. Короче, героически сейчас ему дам телефон в башке, да. Да, сейчас давайте достанем. Где тут его номер? Оно не трогает тут ничего! Ой, я телефон ничего поставил. Нет, 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 нет. Что? Я ничего на телефон поставил туда. Где ты? Я тебя поймаю. Так не поймаешь ты меня. Ладно, все. Сейчас ноутбук это святой, нужно его тут гробик оставим, типа.
Главное, чтобы он не пошел в мой гараж обыскивать, так как если он пойдет сюда обыскивать его, то он меня найдет. Так. Как тут... Не дают ноутбук забрать. Блин, рычаг заел, ребята. Я не могу выбраться из собственного гаража. Помогите. Помогите! Может, это какая-то ловушка? Что, ноутбук забрал? Изумрудом я попытаюсь окно выбить. Давай, давай. Давай, ломайся. Так, как еще есть? Помогите! Стоп, чё? Думал, я перепрыгнул эту ограду. Тачечку. Хочу какую-то чётенькую. Правильно, я угробил просто его тачечку. Ты ебать через окно по лицу дал. Я тебя найду. Не найдешь. Так, заходим, едем. Где ты? У меня тоже есть тачка. А, я... Куда я упал? Нет, помогите. Нога. Где ты? Надо спрятаться. Нога. Моя тачка супер незаметная, она такая же белая. Называйте ее белая пантера. Ребята, я ногу подвернул, пока... Пока упал с машины, я ногу подвернул. Дрифт! Как выбраться? Полицейские дрифтят на жигах. Вы где-то такое видели? Ладно. Я ремонтник, так что починю эту жигу. Хоть бы он синюю не попёрся. Нет, она не едет. Так, пожалуйста, хоть бы полицейский меня тут не нашёл. Главное, чтобы он сюда не пошел. Так. Я не туда прыгнул. Помогите! Я даже шифта стану, мне надо как-то выбраться из этой ямы. Ладно, тут заставлю гробик, типа водитель этой машины сдох. Самый добрый полицейский. Помогите! Обосрался, когда поставил сам же свою же гробу. Ну, не свой же, но вы меня поняли. Он там свои гробы ставит. Ай, я опять упал! Помогите! Эй! Помогите! Это розовая тачка, я не хочу себе. Папы, помогите! Кто-нибудь, помогите! Я застрял. Кому-то нужна помощь? Сейчас. Так. О, вот эта фиолетовая тачка мне по душе. Вот это еще крутой салон. Помогите! Я пока что каким-то образом выбираюсь. Где вы? Где кто? Так. Кто-то звал на помощь. О-о-о, гоню. Так, хоть бы он не нашел это место, которое нам привычно. Где? Новая тачка у меня, конечно, четкая. Так. Вот деревянное сиденье, но... Я рядом с тюрьмой, мне надо отсюда срочно бежать. Так, главное, чтобы он меня не нашел, иначе точно засудят. Потому что я еще машину его выгробил в яму. Где он? Его не вижу, мне... Нужно объехать деревню, может, он где-то на краях. Так, пока что попытаюсь залезть в свой гараж. Зайду-ка я в свой гараж. Я ничего не нашел, никого. Я, стоп! Как выбраться, рычаг не нажимается! Я не могу. Нет, смотри, какая у меня четкая тачка. Да, он тут прям... Он прям рядом с гаражом. Так. Эй! Кто? Жирный панчикоед! Сейчас я тебя пущу на улет. Нет, надо срочно изумруда выбить второй блок окна. Давай! Давай, ломайся, ломайся, пожалуйста! Привет! Нет, копы избивают! Как выбраться? Откройте двери, пожалуйста, как-то. У меня рычаг не... У тебя Чукилаура стоит? Да. Так, сваливаем читаков копов. Да блин, как выбраться? Помогите рычажок нажать, он не нажимается. Спасибо! Где вы?
Вы же знаете, что я у вас за спиной? Ладно, все, что, суд или что? Не двигайся, в суд пошли, за мной. Ладно, где? Садись ко мне в тачку. Где? Где твоя тачка? Садись ко мне. Я не могу сесть. Она одноместная, рад, когда поедем на Жиге. Подожди. Не уходи. Я можно вот так вот покатаюсь пока? На чем? На вот этом. На моей тачке? Нет. На, сбиваем полицейских на ролик. Нет, стой. Ай, блин, более крутой выбор. Я себе дом протаранил нечаянно. У меня есть более хороший выбор. Где тут коп? Сейчас только он у меня прогрузится. Жирный панчикоед, ты где? ВАЗ 452. Че? Такая машина. Тут никого нету. Сейчас, ничего нет. У меня лагает. Сейчас будет, сейчас, подожди. Три, типа два, да. И только главное не вали. Панчикоед! Короче. Вот на этом мы поедем. Машина гопников, ладно? Да. Ой, блин. Я думаю, на заднем сиденье. Да, я сижу, вот я. Блин, я не могу вас бить. Кто водит? Ты. Разве? Да. Вон мы поворачиваемся с вами. Попробуй. Мы не едем. Короче, пойдемте пешком. Да, пошлите. Выходи. Я вышел уже. Так, 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 срочно в убежище, в убежище. Где ты? Не понял. Так, блин, тут прямо рядом суд с моим убежищем. Так, убежище. Где он, где он? А в суд? Ай, куда я заехал? Где? Где этот панчикоед жирный? Панчикоед, вы где? А вы где? Я рядом с судом, да, я вас тут жду. Да. Так, 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 срочно. В убежище, в убежище, чтобы. Все, я у суда уже. Ай, блин, я случайно суд поджег. Ой, ладно, меня за это просят. Вот тут ноутбук поставлю. Можно я еды с собой возьму? Да, бери. Пожарю. Бери. Я пожарю тут, вот тут еды. Уже я для тебя открою телягу. Оп, оп, оп. Все, я пока тут еды пожарю, и вы вот там так побудьте. А, нет, это жирно сильно. Что там жирно? Ничего. Пончики жирные. Суд не сильно. Гори, все. Я тебя жду. Да я тут рыбку жарю, знаете ли. У меня тут где хорошая бомжатская жизнь. Я тут сижу на табуреточке замшелой. Я же знал, что ты где-то в своем доме. В гараже? Нет, я не в своем доме. Я, можно сказать, в своем доме, но не в своем доме. Так, ну рыбка, жарься, жарься, да жарься. Хрена, тут у тебя А ты кто, наркоман? Ой. Где там? А, ты тут играешь? Ой, простите. Почему я... Почему я не могу есть? А, вот я соседу. Могу. Я пока тут кушал просто. А сейчас я выхожу уже, выхожу. Где ребята, ты? Чтоб вы не думали, что я реально пытаюсь сбежать от полиции. Нет, я выйду. Сейчас я дом закрою просто, у меня тут... все, здравствуйте, я рядом с судом тут... стоп, что тут делает компьютер? Так, ладно, сопрем компьютер. Сел на стол. А вот за такое... Нет, нет! Куда? Я в какой-то овраг упал, помогите. Поднимайся, пошли в суд. Захожу. А куда мне? Мне вроде как сюда, да? Нет, не сюда. Брысь отсюда. Ждать судью, да? Я вот тут посижу, можно. Сейчас, нужно почитать. Ну, короче, давайте пока я поставлю на паузу, пока судью ждем. А мне куда заходить? Сюда, да? Да, пока... да, сюда. О, ноутбук! Пиу, 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 пиу! Нет, 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 не трогайте меня. Вы не имеете права. Ладно, все, давайте ждать судью. Так, я поставлю на паузу. Так, все, ребята, прошло около получаса. Я пытаюсь выломить дверь. Так, давай, ломайся, 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 пожалуйста, ломайся. Давай, 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 ломайся, дверка. Здравствуйте. Здравствуйте, я ничего не делал. Я тут жвачечки покупаю у вас, видите, вот так как-то. Тихо. А как тут купить жвачку? Просто пострадавший. Как его зовут? Ахмед Мухамедович? Да. Ахмед Мухамедович из-за того, что вы врезались в ее дом машины, это правда? Да. А зачем вы это сделали? Я не знаю, я просто... У вас есть права? Да. Я их сжег на костре. Со мной такие шутки не пройдут. А я хотел гамбургер купить. Я купил. Тихо! Так хорошо, что я у них в ноутбук. Че? Тихо говорю. А как мне тут сидеть?
Ну ладно. Просто стой. Вот тут загородки будут стоять. Какие загородки? Вот загородки, сюда ходить нельзя. А можем мне жвачку? Нет, нельзя. Еще слишком плохой маленький. Судья. Все, тут загородки, сюда ходить нельзя. Ну ладно. Все. Ну что, в любом случае. Вас мы садим в тюрьму. На год. Не трогай меня. На 365 дней. Все, идите в тюрьму. Ну хорошо. Я пройду с вами. Да. Пошли. А можно? Ну ладно. Пошли. А где тюрьма? Можно мне поесть? Ай. Нет. У меня хп мало. Иди за мной. У меня хп мало, я есть. За мной хочу. Иди. Я есть хочу, у меня хп мало. У меня мало хп, дайте мне поесть что-нибудь. Вы уверены? А, типа в тюрьме меня покормят, да? Да, в тюрьме покормят. Ну ладно, пойду. Ты где? Я в тюрьму иду, так, а где тюрьма? А, вон тюрьма. Ты уже знаешь, да, тюрьма? Ты уже там бывал несколько раз? А, да не, я просто тут пробегал мимо один раз от одного копа. Так вот о чем я. Ай, я в колючую проволоку тут у вас попался. Ну-ну-ну, так делать нельзя. Где тюрьма, кстати? А, недалеко отсюда. Я знаю, где тюрьма, почему ты мне это говоришь. Я в колючую проволоку попался, вы мне что должны компенсацию дать. За мной иди, бомж. Я попался в колючую проволоку вашу, вы мне должны... Здравствуйте. Компенсацию. Это каменщик. Вы мне должны компенсацию. За мной. В колючую проволоку попался и есть хочу. Проходи сюда. Челик, помоги мне, преследует псих. Он тебе Ой. Ничем не поможет. Здравствуйте, выпустите меня. Нет. Можно я у вас еды куплю? Можно, тут где-то вход есть сюда. А, тут столовка, вот. Где? Вот тут вход. А, вон там вход, вообще-то, ну ладно. Ладно. Так вот, есть у вас еда? Еда? Да уж, хорошая еда, просроченная. Она не просроченная, это самая свежая Спасибо, еда. Спасибо, я, пожалуй, вот в этой камере. Скиньте мне какую-нибудь еду сюда. Где? Дай. Я в этой камере. Дай. Еды хочешь? Да! Опа, паркур. Ха-ха! Так, давай, ну, ставься. Ставься, блок. На-на-на-на-на. Ну, я хочу есть. Дайте мне еды. Я хочу есть. Дайте мне поесть. А-а-а! Нет, я сейчас умру, помогите. Я... Где я? А-а-а! Вы убили меня. Вы должны мне компенсацию. Сейчас у тебя жопосрация будет. Сюда подошел, я судья. Иду. О, что это за деревянная будка? Какая деревянная будка? Никогда не был. Какая деревянная будка? Что это за? А, это дрова, наверное, рубить, типа, у вас там надо. Я вам говорил, а вы что меня не слушаете? Где ты, пень старый? Я иду. Вы меня убили, и мне 3 километра тащиться да, на тюрьму. Да, 5 метров. От твоего дома. Ну, я не в доме заспавнился, где-то в фигне. А вы где? Мою кровать сломали, когда выносили все. Ну, красавчики. Ну, скиньте мне какую-нибудь еды, хотя бы просроченной. Телепортируйся ко мне. Да я уже подхожу к тюрьме. А, вон. Скиньте мне хотя бы просроченную еду, когда я подойду к тюрьме. Вот я бегу. Я уже задолбался тебя ждать немножко, ну ладно. Просроченной еды, говоришь, ну ладно. Ну хотя бы просроченной. Это не пригодится. Ну вот, вот это есть. Вот это таблетки. Так, давай, ломайся. Талисманчик еще дам. Ты где, вот? Я есть. Тут. Ну прыгай туда. А что тут снег делает? А, где я? Вот тебе. Стойте, где я? Я не могу вылезти. Ладно. Вот это какие-то яйца чьи-то. Вот это тебе активированный уголек. Лечись. Это талисманчик, чтоб вышло попозже. А можно еды? А, еды тебе еще нужно. Но активированный уголь ешь. Это не еда. А это что? Это талисманчик. Вот, держи. Вы издеваетесь? Ладно. Мы судьи честные. И любим издеваться. Смотри, у меня есть мячик. У меня в камере есть мячик. Круто. Прикольно.
Вон, держи. Еда. Тут посмотри, почему в этой камере пусто? Где Олег? Олег. Олег. Сваливаем, Олег. Олег, ты где? Олег. Я к мячику упал, Нет, нет. Зачем ты это сделал? Я упал к мячику. Мячик, ты зачем это сделал? Короче, я к вам телепортируюсь. Давай, ты пыхаешь. Пыхаешься. Короче, а когда будет прогулка, типа... Когда будет, тогда и будет. Я лучше. Ну, дрова рубить просто надо, да? Да. А, там мячик. Нет, я не хочу к мячику. Где моя кровать? Отдайте. Короче. Ой, мячик! На! Да. Ой. Так, перенести. Оп-оп-оп. Здравствуйте. Сейчас, подожди. Только не сбивайте меня сразу. Не трогай меня. Ладно, все, там ло написано. Все, пошли на прогулку. А, на прогулку уже, да? А можно я там один потушусь, дрова порублю? Ну ладно, влази. А как? А, тут? Да. Хорошо, вдруг сломали круто. Да, я искал. Вот, держите вам подарок. И вот это, подождите, я вам несколько подарков дам. Хотя не отдайте. Дрейсти. Короче, дрова рубить, скажи им, чтобы ему. Отдай мне топор, судья. 7 стаков. Отдай мне топор. Чем я буду рубить? Лови аптечку. А где он? О, топорик, топорик. Ладно, я пошел Олежу. Ладно, я пошел в лес курить, если что, я на связи. Искать Олежу, да? Да. Дай мне какой-нибудь еды из столовки. И можешь брать то, что в бревне. Хорошо. Хорошо, возьму. Так, сейчас я... А вам ноутбук нужен? Нет. Ладно, сейчас. На те места ловить, да? На которых предметы? Да. Короче, ложи еду из столовки. Хорошо. Короче, спасибо вам большое за то, что вызвали меня. Я даже вам изумруд дам за это. Так, короче... Так, хотите эту маску? У меня одежда сломалась. Ладно. Стоп, у меня точно нет. Так, короче, в твоей камере есть там подбочка фигня. Подбочка фигня? Ну-ка. Сломать бочку. Главное, тут... Олежа! Так, хоть бы это Олежа подольше там скрывался. Олежа, беги! Ты не поддакивай, в тебя тоже стрела летит. Не надо. У меня стрелу. На тебе, Олежа. Некуда ты валишь, говнюк. Так. Сейчас я тебя догоню. Срочно, к свету. Ай, блин, больно. Фонарик. Ё-моё, что это? Ладно. Здравствуйте. Спасибо, что помогли мне сбежать. Ты. Свалим на гелике. Что-то он меня лохает. Блин, Олежа убежал. Олег. Круто. Олег, беги, пока у него лагает. Олег, я лагучий тебя ненавижу. Судья. Лагучий судья, просто беги, пока он лагучий. А то поймает, я его знаю. А, когда я уже отлагаю. Так, ненавижу ты... тебя. В жопе хомяк застрял. У тебя. Короче, спасибо тому челику, что продал мне лом. За то, что... Так, что бы сделать такого полицейскому? Так, ребята, короче, у меня есть, что-то вроде админских прав на этом сервере. Я попробую сейчас смотреть, что сделать. Зайду в свое убежище. Тогда я уже отлагаю, говнюки. Так, вот эту штуку положу сюда. Ведро тоже, лом. Так, топор оставлю, чтобы драться. Так, изумруды. О, я впер лэптоп. Круто, буду играть в Майнкрафт. В Майнкрафте, да. Короче, маску нужно. Ну, чтобы меня не запалили. Так. И короче, я сейчас, смотрите, ребята, схвачу динамит. И вы поняли, что будет с полицейским участком. Будет бомба. Ну, или суд. Хотя нет, суд рядом со мной. Поэтому лучше так. Палка. В смысле, двойная палка.
Так, что-то не работает. Гива. Так, так. Т. Т. Оба. Блин, это... Ладно, один хватит тоже. И... Палка Гива. Вот так. Оп, оп. Ред. То не палка блок. Так, надеюсь, судья пока там не отлагивает. А то да что злой. Такое? Я не понимаю. Какой судья сегодня злой? Ладно, короче, за то, что он такой злой, я взорву ему суд. Судья, я тут суд взрываю. Да я тебя сейчас взорву. Так, жопный хомяк. Я же взорву прямо... А, тут золотой блок, надо его добыть. А, я вообще не добуду. Так, короче, ставим динамит, ребята. Ставим рот... Я отлагал! Так, отходим, отходим. Бум! Тут бум-бум произошел, судья. А я уже тут-тут. Тут бум-бум произошел. Я просто зашел в суд, тут смотрю, бум-бум происходит. Вот, вы где там? Привет! А, здравствуйте, я материалы нашел, то сюда, вот хотите, восстановим. Будет а вы снова. Откуда? Откуда вы? В смысле, откуда? Вы из тюрьмы сбежали, мне кажется? Нет, это другой человек. Он, помните, был в кожаной броне, а я... Хватит меня стрелять, судья. Мистер. Я все, я буду тут жить. Все, тут лавочку себе сделаю. Где ты будешь жить? Ну, спавню. Так, лавочка вот. Решетка. Да мне кажется, для тебя бежать и бежать. Все, судья, теперь я тут живу. Вы никогда не найдете мою настоящую убежище. Так, так вот. Я пока тут строю. О, я вашу кафедру сделал каким-то образом. Да, вот это ты жестко. Так, в смысле, не поставил. Смотри наверх. Так, сейчас тут доделаю просто. Загородки. Загородки обычные. Так. О, все, вот обычные загородочки. Привет. А? Это мой дом. Не трогайте мой дом. Это мой дом. Так решила судья. Ой. Ха, я живой! Ха! Я спер ваш динамит! Динамит. Динамит, динамит, динамит. Добываем, добываем. Продам потом на черном рынке. Нет! Если он взорвется. Не взорвется! Потому что я сваливаю. Короче, он не найдет моего убежища. Ребята, короче, пока я... Короче, побежали в убежище, ребята. Ну, как бы... Так я за ним буду идти годами, нужно быстрее взять тачку. Где он? Вон. Пожалуйста, не видь меня, судья. Судья, что мне будет за то, что я сейчас делаю? Да на тебя вообще на всю жизнь посадят, на пожизненную. Насрут на меня. Уже копы выехали. Не надо. Хоть я судья, но ладно. Пожалуйста, не надо. Вы где? Да так, в Караганде. Путешествую, путешествую. Но у меня... Я судья, у меня нет админки. Я тут просто в Караганде путешествую. Вы там где? Да я тут еду. Не надо ехать. Все, ребят, давайте тут вот сидеть в этом выдолбленном... Что это вообще? Ой, я шифта ничего не стал. Ой, ай, мне в лицо снег упал. Прикольно. Где ж ты? Так, надеюсь, он меня не видит. Короче, мне надо пропаркурить туда, ребята. Хоть бы он не нашел, где я. И тогда, ребята, все у нас прекрасно будет.
Потому что я свалю свое убежище настоящее, а не это. То, что я сейчас делаю. Так, судья, вы где? Да я сзади. В смысле? Да тут нету. Ты уверен в этом? Да. Очень, более чем. Так, там динамит вижу. Эх, хорошо, тут птички поют. Да там где? Вместе птичек послушаем. Ну давай, иди сюда. Ты бэхни мне, да? Да я тут. Я пока тут просто на ледяных пиках прохлаждаюсь. На ледяных пиках? Ого. Молодец, это полезно для организма. Да, тут такой холодочек приятный покалывает. Так, где он? Где этот говнюк? Так, зеленая тачка. Это плохо. Это очень-очень плохо. Зеленая тачка. Судья, вы на какой машине приедете? Я не знаю. Может, на синий. Так, ну я вижу, пока только зеленый. Короче, нет времени объяснять. Больно в ноге. Кстати, зеленая тачка тут рядом стояла. Все, теперь вы меня не найдете. Говнюк. Я просто слегка упала, я не подрасчитала. Хотел красивый ватердроп, друзья. Ты получилось... не умеешь ватердроп, я умею ватердроп. Я умею, я в один блок попадал. Так. Ага. А вы где там? Вы ищете меня? Ни хрена тут. Вот это салон, вот это я понимаю, пушечный автомобиль. А, кстати, вы смотрели мой дом, как большой, нравится? Ужасный. Но он большой зато. Нет, я его подрывал. Так, тут птичка. Я подорвал твой дом. Оранжевая летает. Тут оранжевая птичка летает. Круто, да? Оранжевая птичка? Охренеть. Никогда такого не видел. Я у вас машину угнал. Какую? Зеленую. Сколько тут тачек, я их всех продам. Так что у меня лагает, и у тебя тут нету. Запаркуюсь где-нибудь вот тут, вот среди других тачек. А блин, у меня лагает. И, в общем-то, ребята, сейчас я пройду убежище и буду заканчивать свой пушечный ролик по выживанию бомжа в... Где я? Ну, короче, где-то тут. И, в общем-то... И в следующей серии мы, наверное, что-нибудь начнем делать, там, может, продавать что-нибудь или еще что-то. А пока что я попытаюсь залезть как-то внутрь убежища. Так, все, и судья меня, по идее, не найдет, я буду... Где ж ты, говнюк? Откуда у меня каменный кирпич? Ладно. Я тебя найду. Пойду порыбачу. А, ребята, вы пока ставьте лайки обязательно. Обязательно вот просто подписывайтесь на мой канал. Короче, это очень важно. Потому что мы все ближе и ближе к этой цифре в 100 подписчиков. Так что, ребята, подписывайтесь обязательно. Ну и, в общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. И всем пока, ребята, всем пока!